21 час и 6 минут в Москве. Всем здравствуйте. Это программа «Нормальная жизнь». Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь», как всегда по пятницам в это время. Мы с Нют Федермейстер опять в студии вместе. Ура, привет. Ну не ура, но привет. Почему не ура? Ты не рада меня видеть? Ну уже нет. Мы уже поругались, я уже опять плохая. Я же не знаю, дадут мне минутку ненависти или нет. Понимаете, да, почему мы поругались? Потому что она начинает ныть сразу. Давайте, значит, прежде чем минутка ненависти от Нюты, традиционная, которая всегда с ней, которую она всегда использует, и которая, значит... У меня были полезные советы хозяек. Да-да, про сирень и мицеллярную воду. Мы все запомнили, я все записала. Ты и что думаешь, я тебя не слушаю, что ли? Вытирать, как тряпочкой краники сразу вытирать, как руки помыл. Нет, этого не было. Ты не слышала просто последний эфир. Я все записываю. Так, короче, у нас, смотрите, у нас все как обычно, в том смысле, что реклама хорошей книги, возможно, новости Минюста, если они появятся, и, как всегда, тяжелая тема, которую мы, как всегда, будем обсуждать с хорошими гостями. Итак, книга, которая сегодня, сейчас у вас там картинка появится, но я вам все равно покажу, это книга Александра Баунова «Конец режима». Баунова. Баунов. Александр Баунов. Ну, что хорошо, не Баунов. Так опять было, сейчас я сказала. Ну, хотела сумничать. Александр был у меня в эфире много раз, поэтому я представляю себе, как его титровать. Прости. Вот, это хорошая книга, я ее читала. Наконец-то я могу рекламировать книгу, которую я читала, которая у меня есть. Речь идет про диктатуры Западной Европы, которые заканчивались. Это Франко в Испании, Салазар в Португалии, черные полковники в Греции. В общем, как они заканчивались, как диктатуры пытались продлить свое существование. Там много разных интересных подробностей. Книга читается как художественная. Она очень красивая, очень А я тоже ее читала. Я не и прочитала. Я не и все прочитала. И там очень много, знаете, аллюзий возникает, мыслей, в том числе позитивных, рождает надежды. В общем, вы знаете, что купить эту книгу можно на шоп «Дилетант Медиа». Стоит всего 2000 рублей. Ну, правда, всего, потому что, да. Вот, а про краник не было. Ирина права пишет нам в чате. Спасибо вам большое. Я всегда знала, что кто-то в чате есть на моей Ирина, стороне. Ирина, было про краник, не когда было, мы было. Говорили... Про что мы говорили, когда было Неважно, про сирень было, про мицеллярную воду было. Минутка ненависти твоя. Значит, минутка ненависти. Я ненавижу наушники, которые надеваются на голову. Вот так, как эти чертовы наушники. Потому что они волосы приминают. Я вот все время делаю, вот, чтобы живенько было. Вот чтобы было... Ну, потому что иначе у меня всегда щеки, как у груши. Вот волосы, когда приминаются, понимаешь, вот как груша выглядит. А я как дочка булочника становлюсь. И я ненавижу. Тут я вообще как чебурашка, чертов. Я каждый раз говорю, но я тут бесплатно эфиры делаю. Можно мне наушники купить нормальные, которые вот не так надеваются, а которые как... В нормальных, ну вот так, в ухо маленький такой, понтовый, знаешь, как в телевизоре, когда у тебя там в ухе что-то говорит. Вообще не вопрос, нет, купи наушники. Короче, я ненавижу эти наушники, ненавижу. И вообще еще это не гигиенично. Мало ли кто тут у вас приходит. И что? Ну и надевает, вшивые люди. Которая передается через уши? Да, а ты думаешь, не передается ничего через уши? Это не гигиенично. В ковид вообще нельзя было такое надевать. Короче, ненавижу эти наушники. Вообще. И еще один зритель попросил меня молнию расстегнуть на 10 миллиметров не ниже. Не надо. Не надо ничего. А я расстегнула, уже застегнула. Все. Все? Да. Сегодня не будет про мицеллярную воду? Нет, а про тряпочку, Ирина, было. Я рассказывала... На последнем эфире, где я одна была. Слушай, знаешь, сейчас тебе понравится. У нас тут есть отличное сообщение в чате. Давай. Его написал нам Александр Семин. И что же он написал? Который эту программу в том числе вел. Он написал потрясающее сообщение. Жень Беркович читала расшифровку нашей программы про Энурез. Да. И передавала, что теперь не сыт. Все не зря. Да, это правда. Очень круто. Это спасибо, очень Саша. Приятно. Так, послушайте, у нас действительно тяжелая тема, но мы продолжаем тему ПНИ. В общем, никуда она от нас не уходит и не ушла. У нас называется сегодня программа «Остановить возвращение к карательной психиатрии». Мы сейчас все объясним, точнее, объяснять будет наша замечательная гостья и Нют Федермейстер. И я представляю нашу гостью, это президент... А можно, вот, я простите меня, пожалуйста, СПБО? Это президент Питерской благотворительной организации «Перспективы». Извините меня, пожалуйста, Мария Островская у нас на связи. Мария, добрый вечер, здравствуйте. Да, добрый вечер, здравствуйте.
Ну что ж, мы продолжаем тему ПНИ. А давайте, можно я спрошу кого-то из вас, видимо, тебя, не знаю. А что там с ПНИ номер 10? Сейчас все сразу вспомнили и сразу спросят, давайте я это сделаю за них. Ну, наверное, что сейчас с ПНИ номер 10, лучше спросить Машу как питерского человека. Я могу только злобно, продолжая свою минутку ненависти, сказать, ничего не изменилось. Директор на месте. Договор с волонтерами по-прежнему не подписан. Количество персонала пока не увеличено, но, правда, Питер пообещал выделить дополнительно аж 2 миллиарда рублей на укомплектование интернатов штатами на грядущий год. Но, наверное, здесь к Марии Ирмовне вопрос больше, потому что Маша работает много-много лет с этими другими интернатами. Можете, Маша, прокомментировать? Ну, я могу прокомментировать, что, в общем-то, следствие еще продолжается, что Следственный комитет не закрыл уголовное дело. И вопрос для нас, как всегда, не в том, чтобы найти виновного, а в том, чтобы стало очевидно для всех и для широкой публики, в том числе, что от ухода, от того, как мы заботимся о людях с тяжелой инвалидностью, с тяжелейшей инвалидностью, зависит не только качество их жизни, но и сама их жизнь. И это, собственно, главная цель наша, да, чтобы все-таки Следственный комитет установил связь между уходом, между условиями жизни людей и тем, что они умерли. Вот это оказывается, когда речь идет о людях с очень тяжелой инвалидностью и о людях, которые не могут говорить, это оказывается настолько неочевидной связь, вот, что, в общем, ее приходится доказывать с помощью следственных действий. Вот, между тем, зампредседателя Комитета по социальной политике Петербурга сообщил широкой публике, что он лично не видит никаких нарушений в ПНИ 10, 16 проверок ничего не обнаружили. Это Александр Любимов, да? Была пресс-конференция. Да. Ну и также он сообщил, что, в общем, людям совершенно достаточно жить 3-5 лет после перевода из детского интерната во взрослый, что это очень большой срок, и поэтому все, в общем, там в порядке. Поэтому, ну, на самом деле, мы очень ждем, что следствие будет оппонировать такой точки зрения, а не просто вот мы, как какие-то, так сказать, свидетели, которые на самом деле свидетельствуют уже много лет тем, что мы берем людей в сопровождаемое проживание, наши сотрудники берут их в семьи, и там эти люди живут долго, и, ну, я не знаю, прибавляют в весе, у них улучшается качество кожи, настроение, они вырастают даже физически, просто вырастают, хотя они уже взрослые. И все это почему-то никого не убеждает. Ну, может, Следственный комитет убедит. Нам тут пишет, наш зритель с ником Мотылёк, он пишет, простите, 2 миллиарда рублей только на укомплектовку штата? Это ж сколько людей там не хватает? Ну, там сотни людей не хватает, Может быть, это не только, я не видела разбивки, но я позволю себе Машин интеллигентный комментарий дополнить, потому что Александр Борисович Любимов – это вообще мой удивительный герой. Он на пресс-конференции вел себя, ну, мы все на пресс-конференции несколько по-другому разговариваем, чем вне ее, но вне конференции у него каждая фраза заканчивается «ёп». Каждая, включая любое вообще мероприятие в интернате, с директором и так далее. Это чиновник, я правильно понимаю? Да-да-да, заместитель председателя комитета. Ну, так вот, кроме того, что он сказал, что 3-5 лет – это нормально для людей с тяжелыми множественными нарушениями, и никто от них больше не ждет, он еще сказал такую фразу, что «я понимаю эти претензии, если бы они все умерли сразу после перевода из детского дома в ПНИ в один день». Да, и все вместе. Да, и все одновременно. Тогда еще можно было бы. А так, я считаю, что нет никаких проблем.
И вот этот фантастический цинизм меня отсылает только к программе Т4, которая была во время Третьего рейха в Германии, когда людей с тяжелыми ментальными нарушениями с помощью комбинации лекарственных препаратов и голода умерщвляли тысячами. Это просто крайний цинизм. Ну, то есть иметь в учреждении соцзащиты, в комитете по социальной политике человек, который позволяет себе такие высказывания, это вызов вообще для всей страны, конечно. Но при этом, понимаете, ведь именно Питер – это город, в котором зародилась вся система изменений в интернатах в России. В Питере появилась и паллиативная помощь тоже впервые. Вообще Питер удивительно богат на разного рода НКО и потрясающие инициативы, у которых страна учится. Это и перспективы, и там апельсин, простые вещи, кафе «Огурцы». Да, и ночлежка, в мерче, в которой я сижу, конечно. Что Маша сказала, я не понимаю. Гарди, нам надо, конечно, упомянуть. Конечно. Гарди – это тоже дома сопровождаемого проживания, которые просто уже встроены в городскую инфраструктуру. И при этом вот такой совершеннейший цинизм и жестокость и абсолютная утрата каких-то границ вообще человеческих от чиновника, да, который за это отвечает. Вот. Но мне очень хочется все-таки, если можно, ответить вот тому, кто вопрошал. Дело в том, что уже доказано, в частности, исследованиями Высшей школы экономики, что если интернаты захотят приблизить качество жизни в интернатах к качеству жизни в сопровождаемом проживании, то им придется увеличить штат психоневрологических интернатов на 150 тысяч сотрудников. Это цифра, которую приводит Высшая школа экономики. То есть, да, там недоукомплектованность штатов фантастическая, но и, кроме того, совершенно фантастическая неэффективность, потому что меньше 20% персонала работает непосредственно с проживающими. Все остальное – это инфраструктура и медицинский персонал, который дублирует, собственно, систему здравоохранения. Ну, то есть у каждого жителя интерната есть ОМС, но, кроме того, еще и есть, так сказать, медицинский штат внутри интерната. Ну, в общем, это совершенно абсурдная система такая, которая почему-то совершенно никак не меняется в течение всего постсоветского периода. Маш, ну добавьте, пожалуйста, еще про те цифры в исследовании, которые говорят о стоимости строительства одного места в интернате и в сравнении. Да, да, эти цифры тоже очень впечатляют. Значит, Высшая школа экономики посчитала, что стоимость одного места в интернате существенно выше почти в два раза, чем стоимость однокомнатной квартиры на одного человека на открытом рынке. А если пересчитать, ну вот понимаете, да, там есть такие понятия денежный поток у экономистов, то есть когда считается количество лет амортизации и, значит, расходы на строительство делятся на количество лет амортизации этого здания. Так вот, если пересчитать денежный поток, то это в несколько раз выше, чем аренда жилья на открытом коммерческом рынке для одно на одно место, да, на одну голову пребывающих там людей. Мне кажется, еще очень важно помнить, что помимо денег, которые тратятся на строительство и ремонт, и денег, которые тратятся на зарплату персонала, есть еще просто стоимость подушевик, так называемый, стоимость койки, и еще у каждого проживающего там человека учреждение забирает 75% его пенсии. И вот это вот исследование, которое на грантовые деньги проводили перспективы вместе с Высшей школой экономики, параллельно с этим исследованием проводилось еще и исследование Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации, федерального ведомства. Института Альбрехта. Абсолютное совпадение результатов. Да? При этом мы узнаем на этой же пресс-конференции, которую ведет Любимов, что Питер строит еще 300 мест. И параллельно с этим
важно понимать, что когда мы говорим о наиболее тяжелых и наиболее уязвимых и нуждающихся в помощи и уходе людях, маломобильных, тех, кто не может сам передвигаться, кто совсем не может коммуницировать, то персонал, дополнительно если нанять, да, все это будет намного дороже, но дело в том, что этот персонал работает рабочие дни и рабочее время, и он уходит, например, в 5. А самое трудоемкое время, как мы с вами знаем, в любой семье, где есть, например, маленький ребенок, самое трудное – это утро и вечер, когда нужно поднять, переодеть, накормить, помочь со сменой памперса, застелить кровать, перетащить в другую комнату, то же самое вечером, да, душ. И вот в это время практически там никого не остается. И то, с чего ты начала вопрос, и чем Маша начала отвечать, что нам не столько важно наказать там какого-то директора, сколько нам важно показать, что зависимость качества жизни от количества людей прямая, просто прямая. Когда у одного сотрудника получается 6 минут на то, чтобы поднять с кровати, перестелить, поменять белье, поменять памперс, одеть, застелить кровать, принести завтрак, накормить завтраком, почистить зубы, умыть, что еще входит, вот все в 6 минут. Тут есть несколько вещей. Во-первых, к нам присоединился в эфире, в смысле в чате, Иван Букаидов, тоже наш замечательный друг Ваня, у которого ДЦП, я напомню, и который живет полной жизнью, и который услышал про эти 3-5 лет, выпал в осадок и предложил подать в суд на любимого. Но на этом поддерживаю, мы, Вань. Да, в общем, он вот тебе предлагает конкретно. Сам значит, подавайте. Послушайте, я вот, нам тут еще прекрасное сообщение написали в чате. Передача на ночь, типа, уж лучше пойду типа в другое место, вот, к Плющеву. Я вам, знаете, сейчас скажу так. Вот мы ближайшие, там, может, пару минут будем рассказывать, точнее, я очень надеюсь, что Мария и Нюта будут рассказывать про, что такое ПНИ, чтобы вот те, кто до этого не слышал несколько разных наших выпусков про ПНИ, все-таки про них узнали. И более того, мы вам будем демонстрировать кадры из ПНИ. Это разные психоневрологические интернаты это нашей страны. Это 16 регионов, 16 интернатов. Вот, там 24 кадра, участники эфира не увидят эти кадры, Мария, простите, но я думаю, вы и так знаете, что там. Мы не будем комментировать каждый кадр, просто я сейчас попрошу видеорежиссера нам их пролистать по несколько секунд каждую, чтобы вы понимали, как это выглядит. Итак, объясните, пожалуйста, очень коротко тем, кто нас слушает по этой теме впервые, что такое ПНИ. Маша, давайте вы. Мария. Ну, задумано и декларировано как дом, где люди живут, социальное, стационарное учреждение. И в некоторых регионах это называется пансионат, например. Вот Юра Кузнецов предложил переименовать их в какие-нибудь социальные дома, но от этого как бы дело не меняется, потому что на самом деле я бы сказала, что пока это смесь больницы и тюрьмы. Во-первых, практикуется медицинский подход к инвалидности, а инвалидность – это же не болезнь, да, инвалидность не лечится, инвалидность требует особых условий жизни для того, чтобы жизнь была нормальной. Вместо этого в интернатах в основном медицинский персонал, а помогающего персонала, ну, минимум, почти нет, что совершенно дикая система. Ну, а кроме того, это тюрьма в том смысле, что из нее человек свободно выйти не может. Очень часто это решетки на окнах в буквальном смысле. Это вот спрятавшийся и... человек под одеялом. Это... Нет, не смотри, пожалуйста, на экран. У нас разное время в трансляции. Пожалуйста, не комментируйте кадры. Хорошо. Извинись, Мария, да, решетки на окнах. Да, решетки на окнах, охрана, высокий забор, часто еще бывает колючая проволока поверх забора. То есть, в общем, все атрибуты тюрьмы. Но самое главное, самый главный атрибут тюрьмы – это закрытые двери, которые человек открыть не может. И выйти он не может ни самостоятельно, ни в сопровождении другого лица из стен интерната по своему желанию. Вот. Его могут, конечно, отвезти в больницу, например, на скорой или еще как-то, когда решит персонал, но ни в коем случае не тогда, когда он сам захотел выйти. Обычно есть несколько привилегированных людей, которые имеют пропуска на выход. Вот. И часто они играют роль паханов в интернатах, такое вполне случается. То есть структура внутренних отношений тоже часто похожа на тюремную.
Но мне кажется еще, что важно говорить, что это хуже, чем тюрьма, потому что в тюрьме, даже если человек считает себя невиновным, он понимает, за что он и насколько он. И в тюрьме есть право на общение с адвокатами, на общение с родственниками, в тюрьму приходят общественные наблюдательные комиссии, в интернаты никто не приходит. Вот перспективы, которые уже почти 30 лет пытаются очеловечить целый ряд питерских интернатов, до сих пор в некоторые, как в десятку, прорываются с боем, а в некоторых, в общем, давно уже являются долгожданными членами команды, соратниками там, и помощниками. И очень важно еще развенчать вот миф о том, кто эти люди. Ну, хорошо, вот раз эти люди там живут, наверное, так и надо, они какие-то опасные психи, они могут нам с вами навредить, если они будут жить вот в тех самых однокомнатных квартирах, которые стоили бы дешевле. И вот это очень важно понимать. Учреждение социальной защиты – это не учреждение системы здравоохранения. Все те опасные люди с психическими заболеваниями, которые могут быть опасны для себя и окружения, они живут в психиатрических клиниках, в специальных закрытых отделениях, или они живут в специальных таких привсин, в специальных закрытых как бы, тюремных психиатрических отделениях. В интернаты попадают люди с умственной отсталостью, в интернаты попадают люди, дети, родившиеся с тяжелыми множественными нарушениями развития, от которых отказались родители. Туда попадают сироты с не очень серьезной инвалидностью, которые просто вышли из детских домов, и государству проще перевести их в ПНИ, чем давать им там квартиру однокомнатную, положенную им по закону, признать недееспособным и перевести в интернат. Там очень много появляется сейчас просто пожилых людей с деменцией, с Альцгеймером, с паркинсонизмом, для которых нет возможности какой-то обеспечить иную помощь, а у родственников нет денег на то, чтобы нанять сиделку и ухаживать дома. То есть это не опасные люди, это просто инвалиды, социальные сироты, ну и те, кого нам проще и комфортнее не замечать. Тут я добавлю от себя, если вы позволите, сейчас одну секунду, Мария, что еще меня, вот в чем я согласна с Нютой, что это хуже, чем тюрьма, потому что в тюрьме люди, которые там находятся, чаще всего все-таки могут сказать. Да. А здесь, я так понимаю, сказать могут далеко не все, артикулировать могут далеко не все, и, ну, мягко говоря, далеко не всех будут слушать, потому, ну, в общем, вот это вот еще беспомощность, бесправие людей, которые находятся в ПНИ, и то, что с ними делают, это, конечно, еще хуже. Я тут, знаете, полпрограммы прошло. А мы так и не начали говорить о том, о чем мы собирались поговорить. Но я надеюсь, что те, кто нас смотрит, все-таки поняли, о чем мы говорим, что такое ПНИ. И давайте теперь уже поговорим о том, о чем мы собирались. Вот это письмо, которое открытое письмо для подписи, эти законы, которые значит, то ли не приняли, то ли примут такое, что только покалечит. Давайте поподробнее об этом. Что за открытое письмо? Это я тебя попрошу, только коротко. Угу. И вот давайте в ту сторону пойдем и все-таки объясним нашим зрителям, чем они тоже могут нам помочь. Я тогда предложу так ответить. Я действительно очень хотела бы, чтобы те люди, у которых есть инвалидность, или те люди, у которых есть родственники с инвалидностью, те, кто понимает, что никто из нас с вами не застрахован от вот этого жуткого маршрута оказаться в психоневрологическом интернате, чтобы вы подписали письмо, инициированное общественными организациями. Наверное, Ир, мы можем разместить ссылку после эфира, да, внизу. Подписали бы своей живой подписью это письмо на президента, где мы просим наложить вето на определенные изменения в закон о психиатрической помощи, которые сделают вот эту вот жуткую систему, которую мы вам демонстрировали сейчас на фотографиях, сделают ее еще хуже, еще более закрытые, а людей, которые там еще более бесправными. У нас, безусловно, есть оппоненты, которые, во-первых, говорят, да не везде так плохо.
Совершенно с ними согласна. Есть целый ряд регионов, которые очень много усилий тратят на то, чтобы это было иначе. Там и Москва, и Башкортостан, и Алтайский край, и Нижегородская область, в которой работает первая в нашей стране служба защиты прав людей с психическими расстройствами. Но в целом эта картинка совершенно типичная, от Москвы до самых до окраин. В общем, вот есть так. И поправки, которые Дума рассматривает и должна с этими поправками закон принять на следующей неделе. Это про какой закон идет речь? Закон о психиатрической помощи. Угу. Эти поправки, по сути, разбивают наши надежды на закон о распределенной опеке, который нам всем очень нужен, и возвращают нас во многом к карательной психиатрии советского времени. И вот здесь, наверное, по пунктам, Маш, если можно, я вас просила бы прокомментировать о своей эмоции у Маши. Да. Угу. Вы знаете, ну это совершенно, конечно, фантасмагорическая история, я бы сказала, с этим законопроектом, потому что, вы знаете, ну то, что закон о психиатрической помощи требует каких-то поправок, это обсуждалось уже довольно длительное время. И, конечно, мы все думали о том, что эти поправки будут носить как раз характер такой, что психиатрическая система будет более открытой, больше будет амбулаторной помощи, больше будет взаимодействия с социальными службами. Ну, в общем, мы работали над такого рода изменениями в закон о психиатрической помощи. И вдруг выплывает какой-то совершенно непонятный из каких-то недр таинственных законопроект, который быстро проходит первое и готовится ко второму. Первое и второе чтение. Нет, первое готовится ко второму. Да, первое чтение готовится ко второму. Да. И там появляются какие-то совершенно дикие идеи. Знаете, я вот начинала работать в психиатрии еще до закона о психиатрической помощи 95 года. И я хорошо помню, как выглядела психиатрия. Это был абсолютно неприступный бастион, который вообще не подвергался, так сказать, ну, скажем, никакому контролю кого-либо, кроме психиатров самих, внутри этой системы находящихся. И сейчас, собственно, происходит то же самое. То есть рассматривается законопроект, который отменяет службу защиты прав пациента психиатрического. Нам предлагают некий суррогат, нам предлагают заменить статью, где обязательной для каждого субъекта является служба защиты прав, на формулировку «общественные организации могут осуществлять защиту прав». Ну, то есть могут осуществлять, могут не осуществлять. И еще мы с вами прекрасно понимаем, что у общественных организаций административный ресурс равен примерно нулю, да? Вот. Давайте еще раз, прямо на секундочку я вас прерву. Значит, подписывать это письмо могут все. Ну, мне бы хотелось, чтобы люди, которые это делают, делали это не потому, что они доверяют перспективам Марии Ромовне Островской, «Живому гвоздю нормальной жизни» Иры Воробьевой и Нюти Федермессер, а потому что они понимают, о чем речь, да? Чтобы это были ценные по-настоящему подписи, чтобы это были люди, которые осознают, что они абсолютно окажутся бесправны, и у них не будет другого пути, если они останутся на долгие годы парализованы, и за ними некому будет ухаживать. Просто дети-инвалиды. Люди, которые сейчас смотрят этот эфир, они это подписывают осознанно. Поэтому еще раз я спросила, потому что вы, когда мы об этом письме говорили, была речь о том, что вот прошу родственников вот и так далее подписывать. Нет, конечно, подписывать можно. Могут все. Еще раз, люди, которые уже остались с нами в эфире, не убежали после этих фотографий и после темы не убежали, они в любом случае делают это осознанно. Поэтому да, ссылка подписывайте. В чате, подписывайте. У нас уже больше 12 тысяч подписей, и поддержка есть, и Народного фронта, и все организаций родительских, пациентских. Это уже мощное письмо на сегодняшний день, но я считаю, что чтобы быть услышанными на уровне главного правового управления в администрации президента и президента, конечно, подписи должно быть много. Антон спрашивает, объясните, пожалуйста, я не понимаю, зачем им, ну то есть, телефон. Ну, мне кажется, что сейчас мы стоим на таком распутье.
либо нужно делать более открытую систему психоневрологических интернатов, собственно, интегрировать людей с психическими и умственными нарушениями в нашу обычную жизнь, то есть создавать какие-то условия, чтобы их сопровождали, им помогали жить и в том числе приглядывали за ними люди прямо на месте их жительства, чтобы они не перемещались в какие-то специализированные учреждения. Либо нам нужно вообще закрыть и закатать под асфальт все эти интернаты, так, чтобы туда вообще никто никогда не мог проникнуть. Вот. И, собственно, борются вот эти две... Но вы имеете в виду, что интернаты будут работать, просто туда никто не будет иметь доступа. Что там внутри происходит, вообще никто не будет знать. Именно так. Вот. И, собственно, эти две тенденции, они сейчас противостоят друг другу. Это очень драматический момент. И, конечно, этот законопроект – это просто, ну, атака, я бы сказала. Атака на то, чтобы закатать вообще просто в какой-то непроницаемый ковчег, я не знаю, или как это называется со станциями, этими самыми, господи, атомными станциями, как это называется? Купол, вот, когда... под купол. Нет, не купол, нет, но саркофаг такой, как бы, да? Да. Вот, то есть, что для этого нужно сделать? Для этого нужно отменить службу защиты прав, потому что она вообще задумана как ОНК, да, то есть в тюрьмах, как служба, имеющая полномочия входить в любой момент, разговаривать с пациентами, контролировать, собственно, ситуацию, да. А то, что предлагается как альтернатива, Нюта об этом уже сказала, это какие-то общественные организации, которые могут, но только по согласованию с администрацией, по тем правилам, которые установит администрация, входить в интернаты. А могут, правила, да? Администрации, это значит, что администрация будет решать, когда, куда пускать, куда не пускать, с кем можно разговаривать, с кем нельзя, и там разговоры будут сводиться к разговорам с теми самыми пацанами, да, и в присутствии кого. То есть, ну, общем, это... согласитесь, что все, о чем вы сейчас рассказываете, то, что мы показываем, и то, что люди узнают от общественных организаций, от Нюты, от журналистов про ПНИ, очевидно, совершенно и приводит вас к тому, чтобы все закрыть. Конечно. Значит, вот, да, отвечая... и никуда никого не пускать никогда, так гораздо проще. Ну вот, отвечая на вопрос, зачем слушателю и зрителю, зачем? Чтобы все это, простите, дерьмо не вылезало наружу. В кулуарных разговорах, в коридорах властных нам говорят, ну вы же понимаете, сейчас другие приоритеты, ну вы же понимаете, мы не готовы, ну вы же понимаете, общество не готово к тому, чтобы, ну как бы сейчас не время. То есть мы провозглашаем, вот это меня, конечно, выводит из себя крайне, мы провозглашаем некую пациентоцентричность, это слово сейчас всюду, клиентоориентированность, еще два слова у нас, бесшовность помощи и преемственность помощи. У нас есть такой пункт в поручениях премьер-министра Мишустина, который называется «Государство для людей», и там прямо вот много страниц с целой декларацией принципов государства для людей. Ну, параллельно происходят потрясающие вещи в государстве для людей, и все, что касается ЛГБТ и смены пола, даже можно это оставить в стороне. Но вот эта вот история, она ведь коснется еще тех, кого мы сейчас пытаемся возвысить и возвеличить, в частности, ветеранов СВО. Я на всех площадках про это говорю. Говорю, дорогие законодатели, законотворцы, министры, в каждом интернате страны сегодня проживает бывший какой-нибудь воин-интернационалист. И не один, их там 10 минимум в каждом. Чеченская война, афганская война, участники войны в Сирии, в Египте. Я даже узнала, что есть люди, которые воевали там в африканских каких-то странах, наши соотечественники. Вот они тоже туда попадают. Почему? Потому что они возвращаются или с посттравматическим синдромом, который они не могут преодолеть, им не помогли, они спиваются или становятся наркоманами, проходят психиатрическую клинику и потом попадают в ПНИ, потому что родственники не справляются с ними, или они возвращаются тяжелыми калеками с нарушениями, с расстройствами и психики, и физического состояния, кто-то колясочник, кто-то после контузии, и тоже туда попадают, потому что родственники не справляются. И я, в общем, достаточно громко заявляю,
заявляю, что то же самое будет происходить и уже происходит с теми, кто возвращается с линии соприкосновения специальной военной операции. И тут я слышу: «Ч-ч-ч-ч-ч». Сейчас не надо про это. Сейчас вот, ну, как бы, ну, не надо. Я говорю: а когда надо? А вот сейчас вы, когда вот этот закон-то примете, то что будет? Вы понимаете, что те люди, ради которых открывается фонд «Защитники Отечества», на которых тратятся сейчас миллиарды, про которых мы говорим все время, вот эти люди будут жить в этих скотских условиях, и вы еще не допустите туда никого. Это же очень удобно, правда? Так вот, ответ прозорливому на его правильный вопрос «Зачем?» зрителю и слушателю, а затем, чтобы было непонятно и неизвестно, в каком дерьме живут люди, которые заслуживают и достойны, и должны, как любой сирота или инвалид, должны от государства получать лучшее. А государство у них забирает единственное человеческое достоинство и право на то, чтобы быть вообще услышанными. Вот. Затем, чтобы не вылезало. Да, Мария. Да. Еще есть и экономические, конечно, интересы. И вот другие пункты этого прекрасного законопроекта как раз касаются этого. Вот там интересный очень есть пункт. Человек может выписаться из психоневрологического интерната только по решению, значит, комиссии, которая устанавливает, что он может жить самостоятельно. Или если есть какое-то физическое лицо, которое берет на себя ответственность за то, чтобы его социально обслуживать и обеспечивать. Это на фоне того, что только что в законодательстве закреплено понятие сопровождаемого проживания, как раз проживание дома, проживание в обычной городской среде людей, которые не могут жить самостоятельно. И которые должны быть обеспечены социальным обслуживанием, социальным сопровождением для того, чтобы с этой жизнью справляться. То есть совершенно параллельные процессы. Да? То есть с одной стороны закон закрепляет возможность создания альтернатив для людей, причем именно на основе социального обслуживания, а не того, что какое-то физическое лицо взвалит на себя этого беспомощного человека и потащит его как-то, да, и сам будет его обслуживать. Нет, подразумевается, что этому человеку будут предоставляться социальные услуги по месту жительства. А тут этот законопроект как раз предполагает, что человек не может быть выписан из интерната, если такое лицо не найдется. Мне кажется, еще очень важно, Маш, чтобы люди, слушатели, понимали, о каких, собственно, людях мы говорим. Вот в сегодняшних интернатах огромное количество проживает взрослых людей с синдромом Дауна в возрасте 35, 40, 45 лет. У которых умерли родители? Ну, или у них умерли родители, или они попали туда тогда, когда у нас в стране еще не было принято людей с синдромом Дауна оставлять дома. И они вообще всю жизнь там. Мы понимаем с вами, что такое человек с синдромом Дауна. Сейчас, слава богу, их чаще называют солнечные, там, улыбчивые, когда угодно, какие угодно еще. Мы понимаем их безвредность для окружающего мира, а я бы сказала полезность, потому что они наши сердца все раскрывают. Так вот, такой человек может ведь, правда, ходить, есть, писать в туалет, может получать удовольствие от того, что он будет сидеть в ванной с пеной или с солью, может отличить вкусную еду от невкусной. Но они работать могут прекрасно, да, радоваться. Конечно, у моей любимой парикмахерши Иры в парикмахерской портфолио дочка с синдромом, и Ира говорит, когда она вырастет, она будет у меня, значит, здесь встречать гостей, давать им чай, там, и так далее. Ну, в общем, все что угодно может быть. Подожди, так вот, я этот человек... Питере, в огурцах видела прекрасного парня с синдромом Дауна, отлично он там. Ну, это все кафе, в котором все сотрудники, да, кафе, да, люди с разными ментальными нарушениями. У кого-то это видно, как у людей с синдромом Дауна сразу, у кого-то это не видно. Там замечательный мой любимый парень, которого, кажется, зовут Степан, официант, который... Когда я двигаю тарелку, он так мне жестко говорит: не надо делать мою работу. Хорошо, я не буду делать вашу работу. Но суть в том, что это люди, которые сами не могут, потому что им нужно помочь справляться вот с этим вот агрессивным миром. Да? Им нужно помочь в магазине, чтобы их не обманули. Им нужно помочь правильно потратить деньги. Им нужно помочь правильно положить там вещи в стиральную машинку и не расстраиваться, что стиральный порошок просыпался мимо. Вот такие вещи. Эти люди не могут жить сами.
Но они могут жить в своем жилье или в снятом жилье. В интернатах еще одна жуткая совершенно вещь происходит. Там ведь огромное количество людей, у которых есть жилье на воле. И это жилье никому сейчас не принадлежит. Ну, то есть оно им принадлежит, но там никто не живет. И они из своей копеечной пенсии еще платят деньги за ЖКХ. То есть остатки, 75% ты отдаешь интернату, у тебя остается 3000, может быть, на которые ты мог бы себе купить сигареты или конфеты или мороженое, а ты их платишь за услуги ЖКХ, в квартире, в которой ты не живешь. А между прочим, ЖКХ сегодня – это больше, чем остатки твоей пенсии. Это не 3000, это, например, 7 или 8. И ты год за годом становишься должен государству. То есть даже кто-то должен 200 тысяч, кто-то 300. Даже если выйти из ПНИ, то все равно попадаешь в... Ты попадаешь в ситуацию, где в твоем жилье ты не можешь жить, там отключили газ, электричество из-за твоих долгов и так далее. Мария, а можно вас попросить рассказать, вы же наверняка становились либо активными участниками, либо свидетелями того, как люди все-таки покидали ПНИ. Да, это драматическая история, опять-таки, потому что в основном нам приходилось судиться, поскольку комиссия не давала заключения, что человек может проживать самостоятельно. И это вот мы бились за эту формулировку «самостоятельно с сопровождением», то есть она не попадает вообще никак сейчас в законодательное пространство. Вот, и приходилось обращаться за какой-то альтернативной экспертизой психиатрической. Вообще почему-то это решают психиатры, при том, что вопрос-то социальный, сугубо, да, может ли человек проживать самостоятельно, какая помощь ему для этого нужна, и от кого, и может ли кто-то ее оказать из социальных служб. То есть психиатры обычно вообще не компетентны в этих вопросах. Но это все равно, что окулист будет принимать решение о том, может ли слепой человек жить самостоятельно. Вот это примерно то же самое. Окулист ведь это не решает. Да, да. Это хороший пример. Именно так, да. Вот, и поэтому это, ну, например, одного парня наши юристы 4 года вытаскивали из интерната. Это были бесконечные судебные заседания. Ну, а если человек недееспособный, то тогда вообще ужасная ситуация, и она сейчас опять-таки закреплена в этом законопроекте. А именно даже временно выбыть из интерната просто, да, в гости к родной маме, ты можешь только по решению опекуна. Опекун, соответственно... Опекун, да. Это директор. И ему невыгодно тебя отпускать. Он, во-первых, деньги получает за каждый день, когда подожди, ты там. Сейчас, одну секунду. Опекун-директор. А вот можно вернуться одновременно еще к предыдущему вопросу? У нас тут зрители спрашивают в чате. А вот у людей, у которых есть свое жилье, но при этом которое находится в интернате, тут спрашивают, а почему они не сдают это жилье? А зачем геморроиться-то? Сдавать еще, скажете. Ну, то есть, это же ответственность. Они не могут сдавать опекун его, потому должен. Что они находятся в закрытом учреждении. Если они дееспособные, то они просто не могут физически это никак организовать. Потому, как правило, у жителей интерната нет мобильных телефонов, а иногда они даже, если бы имели мобильный телефон, они бы не справились с этой социально сложной задачей. А если это недееспособные люди, то этим должен заниматься опекун. Опекуну либо некогда, потому что персонала мало, и социального персонала особенно мало, чтобы этим заниматься. Либо опекун просто боится связываться, чтобы его потом не обвинили в какой-нибудь заинтересованности, и поэтому он просто ничего не предпринимает. Ну, а есть, конечно, случаи злоупотребления. Есть случаи, они известны, когда там живут родственники, например, кого-то из персонала и так далее, да, и которые платят, как якобы платят что-то, но на самом деле, когда там поднимались какие-то документы при проверках, вот, в которых я участвовала, выяснялось, что, в общем-то, они практически ничего не платят, ну, там, не знаю. Ну, вот брат и сестра, которых Аня и Дима Лосенковы, которых мы забрали из интерната в Нижегородской области, их квартира сдавалась службами ЖКХ, у них была трехкомнатная квартира, оставшаяся после смерти родителей в относительном центре Нижнего Новгорода, и там проживало 17 или 18 людей, которые работали, ну, как дворники.
Естественно, ребята не видели никаких денег, и не факт, что вообще за деньги сдавалось. Но на самом деле есть директора интернатов, которые настолько заинтересованы в том, чтобы эту систему менять, их очень мало, но они есть. И они могут и договариваются с опекой, и делают все абсолютно легально и открыто. Когда, например, квартира одного проживающего, который не может жить сам, сдается, деньги идут на его счет, а проживает там другой проживающий из этого же интерната, который может жить самостоятельно. И он из своей пенсии, там его какой-нибудь приятель, они платят, потому что пенсии, плюс они там устраиваются на работу, например, газонокосильщиками. Такие примеры есть в Омске, в Ленинградской области. Сейчас, надеюсь, будет в Нижегородской области. Они есть. Их мало, там по пальцам одной руки, но есть. Да, давайте вернемся к законам. Извините, я сама отрулила в другую сторону. Значит, мы здесь просто собрались для того, чтобы об этом поговорить и еще раз всем сказать, что вот тот закон, который сейчас про психиатрическую помощь, он рассматривается когда? Он рассматривается на следующей неделе. Он должен быть принят, как нам говорит Дума, до конца вот этой вот сессии. И одно из обсуждений у нас будет во вторник. Нас туда пригласили. И там несколько ключевых моментов. Момент номер один, который нас не устраивает. Запрет на обязательную службу. Окей, давайте не называть это службой. Запрет на то, чтобы в регионах обязательно существовала некая организация, которая будет заниматься защитой прав людей с психическими нарушениями, независимая от здравой социалки. То есть, что значит запрет? Я не понимаю. Ну, была статья 36-я в этом законе. 38-я. Да. Ой, простите, 38-я, что должна быть служба защиты прав. Статью убирают, исключают. Убирают эту строчку. Да, убирают эту статью, и в другой статье будет написано, что это могут осуществлять общественные организации. А могут не осуществлять. Второй момент, очень тяжелый, это то, что вопрос выписки временного выбытия решается при участии врача-психиатра. И здесь нужно понимать, что в некоторых интернатах страны до 60% проживающих являются абсолютно дееспособными людьми, которые там оказались, потому что у них разного рода социальные возникли сложности. Они вообще там находятся добровольно. Они имеют право оттуда выйти в любое время. И вот даже на них будет распространяться вот этот вот пункт. Третье, что очень важно, и что мы считаем относящимся к карательной психиатрии, это то, что... То есть там такая формулировка, давайте, Нют, попробую это описать. Есть ограничения прав людей, да, которые закреплены в законе о психиатрической помощи. То есть по состоянию здоровья человека психиатр может ограничить его право вести переписку, пользоваться телефоном, пользоваться личной одеждой. Может ограничивать его даже передвижение, например, может его фиксировать. Мы знаем все смирительные рубашки, всевозможные способы фиксации. Правда, это все очень строго должно регламентироваться, должна быть специальная запись. Это время фиксации должно быть строго ограничено, оно должно осуществляться только в присутствии персонала, и так далее. Да? То есть это строго регламентированный порядок. Так вот, в этом прекрасном законопроекте сказано, что права людей в психиатрических стационарах и права людей в психоневрологических интернатах идентичны. Это означает, что в психиатрической больнице, где может находиться социально опасный человек и где есть врач-психиатр, это будут делать вот так, как Маша сказала. И там, где нет социально опасных людей и где нет врача-психиатра, людей тоже можно лишать телефона, права свободного выхода на улицу, связывать им руки. Это те фотографии, которые мы видели. Я прошу прощения, но ведь это же уже происходит. Вот вы сейчас это говорите, я фотографии помню. Там были люди, у которых были связаны руки. Судя по тому, как они выглядят, у них нет какой-то своей одежды, они не могут выйти. Все то же самое, все уже есть. Ну, абсолютно верно. Дело в том, что в настоящий момент каждый человек в интернате, который это делает,
знает, что это незаконно, что это противозаконно. И это довольно принципиальный момент. Вот всем известен огромный скандал в Воронежском ДДИ, где детей привязывали, да, и эти фотографии. Бутурлинский интернат. Бутурлинский интернат, да, бутурлиновский, да. Вот, сейчас там сменился персонал, и, ну, в смысле, сменился директор, я прошу прощения. И этот директор, конечно, полностью, так сказать, меняет всю систему и прекрасно понимает, что привязывание детей незаконно и что этого не должно быть. И вообще понимает, что там надо изменить систему, так сказать, заботы о детях, потому что персонала так мало, что, в общем, детей привязывают и взрослых привязывают не потому, что они звери, а эти люди, эти нянечки, например, а потому что, ну, реально таким количеством персонала им не справиться. Но они знают, что это противозаконно. Ну, то есть, подождите, они просто пришли и сказали: ребята, разрешите нам по закону всех привязывать? По сути, да. По сути, да. Мы теперь это разрешим. Вместо того, чтобы разрешим привязывать, запретим службу защиты прав и запретим выписку без психиатра. Да? Вот поэтому мы и говорим, что это возвращение к карательной психиатрии. Что касается кормления, вы видите, как на фотографиях, насколько там все сыты. И есть еще огромное количество людей, которые, отказываясь от еды по разным причинам, кто-то из-за плохого настроения, кто-то из-за плохой еды, кто-то из вредности, этим людям и сейчас ставят зонд. Но это абсолютно уже действительно вот прямо пытка, да? Ну вот смотрите, у нас есть реакции в чате разные. И вот люди, например, спрашивали, а зачем там решетки? А вот мы сейчас начали говорить про фиксацию. И тоже очень понятная логика человека, который не понимает что-то про ПНИ. Он думает, окей, там люди, которые, ну, могут разбить стекло, там, не знаю, воспользоваться стеклом как оружием, выйти из окна там, и так далее. То есть, ну, это же для их собственной безопасности. Фиксация тоже для их собственной безопасности, чтобы они себе не навредили и так далее. Но все же пока стройно и логично. Разве нет, Мария? Да, конечно. Но дело в том, что существуют противопоказания для помещения людей в психоневрологические интернаты, если у них острое психическое расстройство в настоящий момент. В этих случаях они должны быть госпитализированы в психиатрический стационар, где как раз вот и могут быть предприняты какие-то меры временного ограничения людей в правах. Временного, да? А психоневрологический интернат – это место постоянного проживания, социальное учреждение, да, где постоянно проживает человек. И как раз существует противопоказание для того, чтобы человек в остром состоянии психотическом, например, или каком-то ином, требующем серьезного лечения, находился в этих учреждениях. Поэтому что, для чего, собственно, ну, скажем, вот эти решетки, да, на окнах появляются? Ну, потому что как бы чего ни вышло, да, никто не хочет на самом деле подвергать себя, скажем, риску того, что произойдет какой-то инцидент. О людях, о их переживаниях, о том, как они живут всю жизнь за решеткой, не будучи ни в чем повинны, об этом, ну, думают в последнюю очередь, скажем так, часто, да? А вот о том, что будет, если вдруг что-нибудь произойдет, это, так сказать, очень сильно беспокоит, конечно, как правило, людей. Ну вот есть вот это прекрасное, если бы он вез патроны, вот в том же питерском интернате злосчастном есть чудесная совершенно девочка Таня, которая, когда жила еще в детском интернате, она имела друзей, она ездила на праздники, она зависит от искусственной почки, то есть она на диализе, и когда ее перевели во взрослый интернат в ПНИ-10, то абы что не вышло, она же на диализе, поэтому несколько лет, которые она проживает во взрослом интернате. Она не ездит никуда, кроме диализа и время от времени госпитализации в соседнюю Александровскую больницу, которая там в этом же квартале. И благо, она абсолютно интеллектуально сохранна, у нее есть телефон, она с друзьями может общаться хотя бы по телефону или когда вот кто-то приходит, там, и я ее уже знаю. Но никогда никакого больше выезда никуда, абы чего не вышло. Потом есть, например, решетки на окнах и отдельные закрытые комнаты, в которые помещают пожилых людей в дни получения пенсии. Потому что эти пожилые люди в дни получения пенсии могут выйти на улицу, выбраться за ворота и купить алкоголь. Поэтому мы их запираем.
И пока мы их там запираем, их пенсия потратится условно на сигареты, их вот эти остатки. А в психиатрическую больницу помещаются люди, тоже вот и Маша, и я неоднократно видели это. За что человек помещается из социального учреждения в психиатрическую клинику? Не почему, очень важно, а за что? Да, я угадаю, примерно за то же, за что попадают в тюрьме в ШИЗО. Ни за что. За ну, нахамил санитарки. Да. Мария, вы хотите что-то добавить? У нас буквально полминутки остается. Да, именно поэтому нужен закон о психиатрической помощи. Именно поэтому... Ой, в смысле закон о распределенной опеке. То есть именно поэтому нужно, чтобы человека защищал и представлял его интересы тот, кто не оказывает ему социальных услуг. И кто спросит, зачем тут решетки на окна. Вот в чем дело. И это очень важно, чтобы кто-то мог спросить с того, кто социальное обслуживание осуществляет, спросить с этого человека относительно качества жизни, того, чьи интересы он представляет. Мне кажется, раз у нас осталось мало времени, то здесь важно просто подвести итог. Я вот еще раз прошу присоединяться и подписываться под письмом. Все знают, что карательная психиатрия – это плохо, но мы забыли про то, что это риск, который распространялся на самых простых, ни в чем не повинных граждан нашей страны еще не так давно, меньше, чем одну жизнь назад. Возвращаться к этому очень страшно, и мы к этому возвращаемся семимильными шагами, но я надеюсь, что у нас есть еще шанс это остановить, и это будет шагом вперед. Тогда, если мы остановим этот закон, если президент наложит вето, то это будет маленький шаг вперед к распределенной опеке. Распределенная опека, объясняя просто, это как когда у вас есть два родителя, то у вас есть два человека, которые за вас отвечают. И если умер один, то остался другой. И распределенная опека, это значит, если у вас есть директор интерната, который, может быть, был неправ, то вы побежите к другому родителю, например, к кому-то, кто взялся вас тоже опекать, и пожалуйтесь на первого. Вот. Да, к сожалению, время закончилось. Спасибо большое. Я бы хотела, конечно, сказать, что я честно вам скажу обеим, я не верю в то, что что-нибудь получится, но извините меня, пожалуйста. Я последние полтора года вообще ни во что не верю хорошее, что здесь может произойти, но это совершенно не значит, что не надо бороться и сопротивляться. Поэтому в чате еще положила ссылку на это открытое письмо. В описании к видео на открытое письмо будет тоже ссылка для тех, кто смотрит нас в записи. Спасибо большое в Марии Островской, президенту Санкт-Петербургской благотворительной организации «Перспективы», Нюта Федермессер, Ирина Воробьева. До встречи в нормальной жизни через неделю. Пока. Спасибо.